Ребят, мне задали вопрос, а могу ли я тебя? Конечно, ребята, всей гурьбой, всем миром. И я согласна, приходите в мой дом. Да, он комментарий не прочитайте, типа, могу тебя чпокнуть. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Нет, я понимаю, как бы, что там, возможно, нефиг кому-то делать, там, да, там, в ТикТоках они отвечают на такие комментарии, типа, я понимаю, что она якобы шутит, типа, да, он подтраливает, как бы, типа, да, пацаны, всей толпой приходите, типа, я согласна, всем дам. Представляете, ребята, как бы, ну, по-любому у нее уже, скорее всего, есть дети, как бы, да, вот, ну, нет, так и буду, да, скорее всего, вот. Ребеночек там, да, там, пускай там 10-12 лет ему, там, не знаю, они же сейчас все в ТикТоках, все абсолютно школьники, они в ТикТоке, абсолютно все, какие-то, может, на 99%, если не 100 даже, да. Представляете, вот, ребятеночек в школе, там, да, опа, ТикТок, а этот, одноклассник Вова поворачивается, там, к девочке Алине, ее дочке, да, как бы, ля, твою маму толпой сегодня трахать будут. Ребята, ну пусть... Дети не поймут, что это шутки и троллинг. Они поймут, что мама Алинки, она, прости господи, как бы, да? Ну, вы хотя бы думайте, когда-то что-то вы выкладываете. Вы понимаете, что интернет помнит все. И не все это поймут, что якобы вы шутите. Ну, допустим, я понимаю, что она троллит, что она шутит, как бы, да? Дети этого не поймут. И вашей Алинке, вашей доченьке, хана будет в школе, потому что ее будут троллить вот так же. А, твоя мама, прости, и там шлю и так далее, да? Зачем вы ломаете жизнь своим детям?